Всем привет, на канале Хилганта. Мы играем The Last of Us. Продолжим нашу историю. Встретили друзей. Сейчас соберем припасы все. Если они уже не собрали. А, нет, вот. Коктейль Молотова улучшен, отлично. Ресурсы, ресурсы. Солнышко. Да. Хорошая квартира, или какой телек? Богатые. Так, я вот в эту комнату не заходил. В детскую. Сейчас. А теперь все. Меня ждете? Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. Да ты чё? А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал друзья. За ней присмотреть. Да, я понимаю. Главное не спалиться. Нужен целый нож. А у нас нет целого ножа. Да ладно. Ну ладно. Грустно. Да хрен с ним. Пойдемте. Там ресурсы, как обычно, были. Кто там? Не подходите к окнам. Патруль? Ого, серьезная техника. Или тот джип приехал? Их нет. Долбанный грузовик. Все время ездит за нами в этом чертовом. Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Не тырить. Ну, пошли. Далеко без еще? Без всяких игрушек. Близко. Очень близко. А куда? А, в лагерь же идем, да. Мы идем в лагерь. Тут вообще нечего взять. Черт. Чего пригнулись-то? Кто нашли? Али. Ничего. Прикрывай. Похоже, их прям кто-то был, но давно смылся. Сэм, а где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрю. Тут погляжу. Внизу посмотри. Не надо там глядеть. Так, этот сейчас сюда пойдет по-любому, да? Где этот хрен? А, нет, дал шанс. Ой. Смоку! Вообще без палева. Опачки. Доброе начало. Все-таки обратил внимание. Что нашли? Ничего. Похоже, их прям кто-то был, но давно смылся. А где остальные? Ничего не заряжено. Еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно. Подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Пойду сюда. Вниз. Ой, их там трое. Фига. Печалька. Блин. Иди отсюда. Окружаю! Кого окружать собрались? А вы что, не помогаете? Короче, ясно, никто не собирается помогать мне.
Где чувак? Ой, с оружием был. Джоэл! А, нет, помогай. Смотри. Поменяй трубу. Получилось. Неплохо, старик. Да вообще отлично. И патрон потратил. Так, лезь на этот грузовик. Сейчас, подожди, я посмотрю. Вдруг я что пропустил. Да. Все-таки пропустил. Так, аптеки у нас нет, да? Скрафтить можно, но мы не будем. Скорость создания, максимальное здоровье. Ну, не скоро покачаем. Потребуется какое-то время. Так, лежи. Так, тут ничего нет. А вы что за мной ходите? Все на грузовик. Блин, а? Зараза! Ой. Вырубились на удар. Прям злодеи. Че, попробуем потихо? Что нашли? Ничего. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. А где остальные? Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Я давай, давай. Здесь. Глянь, что здесь. А я тебя здесь жду. И что там, трое? Угу. Да как ты меня увидел? Глаза смотри. Не торопись. Дай маску машинку не бить. Да, нормально. Получилось. Неплохо, старик. Остался бы лучше получилось. Лезь на этот грузовик. Попал. Бан тебе, нет? Ну, ой, одного убили. Молодцы. Да ты что вы делаете? Слушайте. Такие злые. Ударить не дает, прикинь. Что нашли? Ничего. Похоже, их прям кто-то был, но давно смылся. А где остальные? Торопитесь. Решили еще раз все осмотреть. На тебе. И тебе на. Стоп тебя! Ага, я первый был. Получилось. Нечего с ними церемониться. Неплохо, старик. Ну. А черт! Хе-хе-хе. А если вот так? А, ну ладно, жалко. Хотел кинуть, конечно. Генри, смотри вот. А я аптечку скрафчу. Да черт. Че, меня не прикрывайте?
Охренел ли? Бегать так на меня. Ценный патрон потратил. Надо на зомби их тратить. Самое сильное оружие. Да, много чего не хватает. Идемте, дети, идемте. Нам сюда. Это не опасно. Они ведь рядом. Ключ только у меня. Не торопись. И откуда взял? Вообще не опасно, я думаю. Так, медальон один. Это здесь. А да вы не спешите. Мне 14. А тебе сколько? А, мне тоже. Тебе 14? А, почти. Ладно. Да. О, здорово. Че, будем отбиваться? Хоть и патронов у нас нет. Так, тут вообще ничего интересного нету, да? Нафиг мы сюда пришли? Какой-то офис. Записка о суде. Давайте прочитаем. Мы устроили суд над подростками, убившими семью беженцев. Я был уверен, что их накажут за нарушение кодекса. Вместо этого босс заявил, что они занимались снабжением группы. Я не поверил своим ушам. Но это было еще не все. Он приказал всем охотиться на выживших и переносить их пожитки в лагерь. Все ненадолго замолчали, потом мы начали расходиться, и тогда двое наших закричали, что они протестуют против этого закона, что босс не имеет права давать такие приказы, что они сражались не за это. А потом их, единственных, кто осмелился проявить хоть какую-то совесть, убили на наших глазах. Больше протестов не было. На следующей неделе моя очередь идти на охоту. И интересно, что же с ним случилось? Спензур какой-то. Спунзур. А, Спензур. Так, о, принтеры. Да исторические какие-то. Хотя, может, Поттеры. Эти чертежи печатали. Мы пришли. Проектные. Да. Так, подожди. Где тут? Вот, похилься. Ну, давай. Точно, надо на выстрел нажимать постоянно. Забываю иногда. Ресурс. Мы не едим, так что холодильник нам не нужен. Вот это мой кабинет. Отличный кабинет. И давно офис. Вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет. Здание растет. Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Какого момента? Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу. Сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Да, я думаю, просто стемнеет, их перебьем. Мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одно. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. С едой не играется. Вы что? Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного?
Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что, с братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. У нас одни цели. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Да идем, идем. Не переживай. Нам такое тогда одеваться. Тогда нам лучше отдохнуть. Пришел тот час. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Получится, как всегда. Да. Пошли. Будем всех... Так, держитесь рядом, ясно? Бивать. Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Что именно? Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Так если он здесь работал... И не торопитесь, сейчас мы что-нибудь тут возьмем. Вдруг пригодятся ресурсы. Сюда. Да-да, идем, идем. Как мышки практически. Все, отсюда тихо. Ну, я так и подумал. Ха-ха. Так, давайте разберемся с ними по-тихому. Да. Я пойду за тобой. Ты как? Ладно. Там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Как ты так быстро бегаешь? Зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Да, в городе. Есть. Все, пошли. Куда, куда, куда? Куда я? Запутался. Блин, свет. Тут ничего нет. Ну, похоже, на свет идти надо. Вот сюда. Да-да-да, правильно. Щелкун! Слышу, только не вижу! Ух ты! Да ладно! Видала? Не дурно! Убивайте его уже! Вы издеваетесь? Вот это палец, чувак, аккуратней! Сейчас свет пройдет. Блин, проблем с щелкуны будут. Нанести. Перебьем. И на нас могут обратить внимание щелкуны. Сидим. Вижу. Вдруг не сам же вертится. Кто это стрелял? Кто меня палил? Здесь не чувак. Сверху. Не палюсь ли я тут? Блин, не стреляйте так сильно, что вы? Хотя, может, просто потише надо сделать, да? Yeah.
движение, не палишь. Вырубай. Смотрю, вон там. Что за хрень? Блин. Ой-ой-ой. Прячься где-нибудь. Вот, я так и знал, что я испалился. Кто мог подумать, что они оттуда все выйдут? Ну ладно. Попробуем еще раз. Так понимаю, тут все заскриптовано. Так что типа отключаешь, и все идут уже. Ты как там? К генератору. Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Сейчас быренько пройдем. Есть. Там, по-моему, ничего не было. Тут, как обычно, ничего не упало. Эй, фонарь. Слышь, щелкун. Пробегаем. Не вижу. Ждем человека. Фонарь. Человек ушел. Проходим дальше. Еще проходим дальше. Нас чуть не спалили. Как мы ворота откроем? Если они закрыты. Вот раз. Дай, блин, опять он вышел. Сиди там. Он как ниндзя. Ага, можно наверх подняться. А вот дальше я не знаю. Ищу тут. Что за хрень? Ну, будем отбиваться. Так, можно? Здесь там больше никто не стреляет. О, блин, у него коктейль Молотова. Ты че? Эй, ты че, удумал? Убейте его уже. Давайте. Прикройте меня, парень. Вот и все, да. Пару патронов ушло. Ну и нормально. Я думаю, можно было, конечно, по-тихому. Че, валим, валим. Там щелкуны сейчас пойдут. Охранять-то некому. А мне один патрон только. Быстрей, быстрей. Эй. Но он протаранит. Придется убегать. Стой, стой, стой. Эй, они здесь. Твою мать. Ну ой. Вот. Ой. Упс. Спалился. Стой, стой, стой. Эй, они здесь. Твою мать. Ну вот. Ну ты молодец. Есть. Ну, отвлеки пошли. Его. Конечно. Так, аптечки нету, хп мало. Не расслабляйтесь, мы еще не выбрались. А так все нормально. Давайте подсажу. Так, ты первый. А можно я первый? Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Кто сомневался, что он пойдет. А нас бросит, как обычно. А черт! Быстро, быстро! Держи! Да, я так и знал. Кидал он.
тащим его! Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Я с тобой. Спасибо. Давай, давай. Давай быстрее. Ой, давайте, давайте. Ну вот и все. Ох, блин. Ну, главное, мы успели. И как выбираться из этой жопы? Не знаю. Ну, будем надеяться на скрипты только. Разделитесь, могут здесь пройти. Аптечка. Черт. Да ладно, не палите меня. Я же сама невидимка. Кирпич. Блин, 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 блин. Давай быстрее. Надо уходить отсюда. Да, отлично, уж. Патрон. Кто-нибудь видел, куда он пошел? И сколько их там я будет еще? Найду. А, ну отлично. Ой-ой-ой, подожди-то, не торопись. Нет, труба. Стой. Ты чё? Патрон, надо экономить. Ты что, не знал? Чёрт! Отойди, Элли, отойди. Молодец. Ну, вроде все здесь. Я понял. Подвинуть и залезть на второй этаж. Ясненько. Ну, или выйти на улицу, конечно. Но я думаю, нам все-таки надо, наверное, залезть. И камеру не подвинешь. Вот сюда. Смотри. Нет? А, нет, просто на улицу выйти странно. Давай, кто бы мог подумать? Подожди меня! Беги. Беги, беги, беги! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Опасно. Нормально, я живой. Есть. Мы спаслись. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют. Что ты предлагаешь? Прыгнуть. Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. О. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Опасный парень! Некогда. Элли! Отдура! Джоэл! Четко. Прямо по камень. Генри, он очнулся. Привет. Сейчас в морду кто-то получит. Мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив. Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри, слушай! Эй! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи.
Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нас обоих. Мы бы утонули. Ну, конечно, давайте поверим. Че б нет? Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Да, да, мы посмотрим, да, по окрестностям, что тут есть. Отлично. А мы на этом закончим. Всем спасибо и пока.